не давать. Победу мы выиграли ранеными, так сказал когда-то легендарный маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. И это действительно исторический факт. 90 из 100 раненых солдат после госпиталей возвращались на поля сражений, вновь брали в руки оружие. И все благодаря самоотверженному труду врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров. Герои в белых халатах работали порой на пределе своих возможностей. Не спали сутками, падали от усталости, но продолжали спасать человеческие жизни. Лечили не только делом, но и добрым словом. Верили, победа будет за нами. Ведь надо понимать, что работали-то в каких условиях. Обезболивание, наркоз – это проблемы Второй мировой войны. Пенициллин изобретен только в 1942 году. Летом 1941-го советская медицина экстренно перестраивалась на новые рельсы. По всей стране открывались сотни госпиталей. 5 таких работали и в Усольском районе. Чтобы имена медиков-героев не канули в лету, был создан народный проект «Память жива». Его руководитель – Любовь Кузнецова. В первую очередь было решено установить в Усолье памятный знак. И неожиданно во время сбора материала у Любови Борисовны родилась еще одна идея – издание книги, посвященной труду медицинских работников того времени. Началась вот эта большая, серьезная, взаимная работа. В каждой семье меня встречали просто тепло. Как родную меня встречали. Все информации делились, какая еще сохранилась в семьях. Потому что в основном это семейная информация. Но ведь кроме этого я делала запросы и во все архивы. Я сделала запросы. Это в Пермский ГАП и Пермгаспи. Более полугода шла кропотливая работа. И как итог родилось уникальное издание. Десятки фотографий военных и послевоенных лет, документы, письма. Что и говорить, настоящая история в лицах. Приняла участие в создании книги памяти и Надежда Володина. К этой теме у нее свое особое отношение. Мама Надежды Ивановны в начале войны работала в Усольском госпитале счетоводом-кассиром. Добровольцем ушла на фронт. Там встретила свою любовь. Ну, пришлось, конечно, очень трудно. Вот мама рассказывала, что за продуктами они отчасти ходили за 25 километров болотами, лесами. Иногда только давали по кусочку хлеба. Ну, а папа, он много не говорил вообще. Фотографии родителей Елены Сгибовой тоже можно найти на страницах книги памяти. До войны мама Елены, Екатерина Пономарева, работала на скорой помощи при Усольской больнице. В 1941-м ее мобилизовали в противотуберкулезный госпиталь в Огурдино. Там она познакомилась со своим будущим мужем, раненым артиллеристом Павлом Сгибовым. И подобных историй, искренних и настоящих, немало на страницах этой книги. Ведь народная память жива, пока мы, потомки, хотим помнить наших героев. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. Это память, верьте, люди, всей земле нужна, если мы войну забудем. Вновь придет война. Алена Панькова, Кирилл Яранцев. Наши новости.